Здравствуйте. Я приветствую вас на стенде компании Marketing Professional. В этом году у нас абсолютно новая концепция выставки. Если посмотреть на наш стенд, он логически поделен на три разных части. Часть, в которой мы являемся успешными производителями, это сценические эффекты. Еще одна часть – это клуб. А сейчас мы с вами в третьей части, посвященной архитектурным решениям. За мной находится инсталляция, демонстрирующая возможности применения наших архитектурных решений при создании креативных фасадов. Это линейки Exterior Pixline. Они бывают с разным пиксельным расстоянием, разных размерных вариантов, в зависимости от поставленных задач. И к ним в комплекте поставляются диффузоры. Вы выбираете необходимый вам диффузор, на фабрике изготавливается конечное решение, и дальше идет инсталляция. Когда-то у Мартина был прибор Exterior and Ground 200. Естественно, технологии за много лет ушли вперед, и ламповый источник света заменяется на светодиодные все чаще и чаще. И на базе как раз светодиодов создано решение Exterior and Ground 410. Встраиваемый светильник, встраиваемый в грунт. Служит для заливки стен, для оформления ландшафтов, подсветки деревьев и других задач. Очень прочный. Решение было опробовано и уже инсталлировано в проекте для мечети Шейха Заеда в Абу-Даби. Линейные светильники серии Exterior Linea. Работают на комбинации диодов RGB плюс белый. Служат также для заливки стен, оформления поверхностей. В этом прожекторе мы видим продолжение решения, которое мы когда-то инсталлировали в аэропорту города Белгорода. Это Exterior 400 Image Projector. Сейчас перед вами прототип. Это Exterior Projection 500, созданный уже на более мощном источнике света, диодном. И новая система охлаждения, которая повторяет компьютерные технологии. И помимо стандартного колеса гоба и колеса цвета, здесь уже добавлено больше возможностей по созданию эффектов. Это анимация, призма, фрост. И еще одна серия светильников, также служащая для оформления стен, подсветки зданий, фасадов зданий, оформления ландшафтных объектов. Все они, естественно, погодозащищенные, поставляются с разными диффузорами и различаются по количеству источников света, по мощности светового выхода. Мы с вами находимся у истоков практически компании Martin, это как раз клубный сегмент, с этого Martin начинал. И здесь, естественно, доминирующая роль принадлежит серии Rush. В этом году мы представляем три новых прибора. Это самое компактное решение Rush MAS-6-8, работающий на базе белого диода 18 Вт, в нем гобы и колесо светофильтров. То есть прибор абсолютно простой в применении для маленьких клубов и маленьких инсталляций с низкими потолками для создания эффектов. Этот прибор мы анонсировали буквально за несколько недель до выставки Rush MH6 Wash CT. От стандартной версии MH6 Wash он отличается исключительно цветом. Если MH6 Wash работает в режиме RGB плюс белый, здесь исключительно работа с белым. Диоды холодного и теплого белого цвета позволяют настраивать цветовую температуру и работать с оттенками белого. Есть еще у нас один прибор Rush MH7 Hybrid. Гибридное устройство Wash Spot Beam 3 в одном. К сожалению, на подиуме отдельно я показать вам его не могу, потому что сейчас он уехал на презентацию прямо с выставки. Но они висят вот здесь на ферме. Универсальное устройство для создания разнообразных эффектов. Нужен вам бим, спот или заливка. С этим устройством вы можете получить все. И так как это серия Rush, он очень комфортен в плане ценового предложения. Итак,
мы с вами переместились в зону сцена. Здесь у нас несколько новинок в разных сегментах. Я вас привела в секцию креативных светодиодных видеорешений. Здесь представлены линейные видеорешения, называемые видеоскептрон, которые выпускаются с разным разрешением и в разных размерных вариантах. И в отличие от решений архитектурных, которые практически аналогичны, данное устройство может применяться с разными диффузорами. Ассортимент вы можете посмотреть здесь. В зависимости от того, какая творческая задача перед вами стоит, вы легко устанавливаете диффузор на линейку и используете его. Из новинок этого года это как раз новые диффузоры, которые, например, позволяют создать визуализацию такого эффекта, как отдельные пиксели. Но самое интересное не в этом. Мы давно уже говорим и презентуем об уникальном решении по управлению креативными видеорешениями разработки Martin. Это серия процессоров P3. В этом году мы выпускаем две версии процессоров P3-50 и P3-150, которые предназначены для работы с меньшим количеством пикселей. Это более доступное по цене решение, которое уже позволяет применять наши различные видеоустройства в маленьких шоу. Итак, мы в серии контроллеров серии M, о которой уже все знают. Из новинок у нас крыло M-Play, которое является логическим продолжением решения M-Touch. Как вы видите, форм-фактор абсолютно идентичный. Изменилось наполнение, здесь больше функциональных клавиш. Переходим к десерту. Mac Axiom Hybrid. Прибор, а также гибридный. Bosch Spot и Beam 3 в одном. Работает на лампе Osram 440 Ватт. Позволяет получить как тонкий узкий луч, так и эффект заливки. Универсальное устройство. Здесь применена система цветосинтеза, уже успешно реализованная в серии Viper. Он достаточно легкий, 23 килограмма. Световой выход максимально 16 тысяч люмен. Вот. Вся подробная техническая информация всегда присутствует у нас на сайте. Вы в любой момент можете с ней ознакомиться.